Россию ждет настоящая реформа документооборота. Государственная дума приняла закон, по которому с нового года вместо паспорта, свидетельства о рождении, водительских прав, ИНН и военного билета в стране вводится всеобщий документ, удостоверяющий личность, сокращенно ВДУЛ. Авторы закона уверяют, что ВДУЛ сможет окончательно победить бюрократию и волокиту и существенно облегчить жизнь простых россиян. Поймите, ВДУЛ нужен не только нам. ВДУЛ нужен всем россиянам. Это простой ответ буквально на все жизненно важные вопросы. Захотел получить субсидию? ВДУЛ. Решил оформить кредит? ВДУЛ. Задумался о собственном бизнесе? Снова ВДУЛ. Никаких дополнительных справок, выписок и прочей макулатуры. Только ВДУЛ. Раньше об этом даже мечтать не могли, а теперь ВДУЛ – это реальность. Тем, кто захочет оформить ВДУЛ побыстрее, государство обещает финансовую поддержку. Так называемое денежное аффилирование лиц в размере оплаты труда, сокращенно ДАЛВРОТ. Депутаты считают, что ДАЛВРОТ убедит россиян в кратчайшие сроки получить новый документ, который изменит их жизнь. Каждый ВДУЛ будет оснащен чипом, несущим на себе всю информацию о владельце. В избежание взлома чипу будет присвоен индивидуальный пароль, который ежедневно будет автоматически обновляться. Но для граждан это не будет проблемой, потому что в стране будет работать программа всероссийской поддержки определения паролей единым центром или в ПОПЕЦ. По уверению авторов проекта, запомнить последовательность будет очень легко. Сначала дал в рот, потом ВДУЛ, а потом в ПОПЕЦ. Если у гражданина все же возникнут какие-то вопросы с паролем, он сможет зайти в ПОПЕЦ или просто позвонить, и проблемы с его ВДУЛом будут решены в течение суток. Новости с интересом следят за новыми законодательными инициативами.